«Добро – превосходная степень пользы», – сказал однажды классик. Это выражение напрямую относится и к самарским волонтерам. На период с 18 по 25 апреля добровольцы запланировали целую вереницу акций. Будут сдавать кровь, помогать детям и ветеранам войны, убирать город и проводить открытые уроки. Каждый добрый день будет иметь свою тематику. Весенняя неделя добра проходит в Самаре в 15-й раз. И с каждым годом желающих сотворить благо становится все больше. Когда впервые эта акция только стартовала в нашей области, в ней принимало участие всего лишь 300 человек, то уже по итогам прошлого года только на территории Самарской области таких людей, добровольцев, 402 тысячи человек было. Плюс нам очень приятно, что именно под эгидой нашей Самарской недели добра участвует также Ульяновская область и Сакский район Республики Крым. Организаторы акции поясняют, весенняя неделя добра – своего рода символ взаимопомощи. Добрые и полезные дела самарские волонтеры совершают круглый год. Этой весной красной нитью проходит тема Великой Победы. Ребята планируют дарить подарки ветеранам, отправлять им фронтовые письма, помогать по хозяйству и раздавать георгиевские ленточки. Все улицы районов между волонтерами школ уже расписаны, но будет изготовлено 70 необычных георгиевских ленточек. Они будут иметь форму как вот такого значка. И эти 70 ленточек будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. Очень много ветеранов мы проходили по домам и узнавали лежачих. Поэтому мы к ним придем домой, потому что я тоже понимаю, что отношения у ветеранов в георгиевской ленточке особые. В 15-й весенней неделе добра примут участие более 400 тысяч волонтеров. Организаторы уверены, в наше время мир особенно нуждается в доброте. Алина Чемерис, Сергей Баскин, «События».